який жив коло нас, пан Джеф Лейн. Я не знаю, як ви називаєте його так, я його називаю тільки так. Ми друзі на Фейсбуці, там я Джеф Лейн, і Наталія Івановна по доброті душевно мене все називає Джефом. Ну, так, мабуть, я вже вас буду називати. Добре. Справа в тому, що 2 роки назад він був у нас. Був у нас і в залі. І вже тоді йшла війна. Ми це дуже переживали тоді. А перед цим, як він 2 роки назад у нас приїхав, вони там чекали, знову ж таки з нашим читачем, знову ж таки з нашим другом нашої бібліотеки, із Гаррі Лайтом, вони влаштували гучний, як мені казали, гучний концерт в Чикаго. Я бачила це відео. І вони там трішки заробили тоді грошиків. І ці гроші пан Джеф приїв сюди і відніс його в госпіталь. Він так скромненько про це мені не казав, я вже це сама узнала. Я тут почала розказувати, і він каже, ні, не кажи, не кажи, бо це ж таки, ні, кажу. Це треба казати, щоб це всі знали, що госпіталь дуже багато допомагають волонтери, і, зокрема, наші добрі знайомі з Чикаго. Цього разу він також приніс, він також там вже налаштована група людей, я вже знаю, вони йдуть в госпіталь з концертом, там вже і кухня у них налаштована, вже я все читаю на Фейсбуці. І він також хоче якусь копійчину туди понести. Він приніс із собою диски, незважаючи на те, що він нам тут всім подарував, ми серце покладемо. Значить, хтось, який може, я дуже прошу, мабуть, це буде, як ви кажете, от 20 гривень і більше. І це він там уже ці гроші якісь десь заробив, вже приніс, поклав. Там коробка є, і там є диски. Будь ласка, допоможемо нашим воїнам. Бо дуже важко, коли це скінчиться, ми не знаємо. І ще раз рада вас вітати. Ну, що там казати? Люблю. Вони такі гарні, що один, що другий. Вони така гарна поезія, мене так гарно виконує свої пісні. Дуже рада вас вітати. Слухаємо. Дуже дякую. Я тоді заберу стул, хорошо? Все. Я перейду на русский. Не ваша читачка, я хожу на русский. Этот вечер как-то так, собственно, это уже второй такой вечер, который я назвал под знаком Марины. И, собственно, почему я его так назвал? Дело в том, что мое творчество как автора, ну в данном случае не автора текста, я пишу на поэзию. Как говорит Вероника Долина, я просто пою стихи. Но это не мои стихи, я надеюсь, они вам понравятся. Вот. Но больше всего вот, в своем этом позднем порыве я боялся своей жены. И я обычно уходил куда-нибудь, там, где-то там сражался с этим. Вот. И я вообще не знал, или она это слышит. Ну, она приходила там на концерты, так, по обязанности. Но где-то вот буквально год тому назад она что-то говорит, ну-ка дай мне свои тексты. И она отметила те тексты, которые ей нравились. И вот вся эта программа составлена из текстов, которые она завизировала. Вот вы видите тут в левом углу. Вернее, в правом углу ее виза. Вот. Поэтому я как-то вот и составил программу именно из этих песен. В принципе, она рассчитана на 2 отделения, но по 40 минут где-то. Вот. Так, чтобы там в перерыве вы могли как-то пообщаться, там, может быть, взять диски эти. Вот. И... Ну вот и все, я тогда буду начинать, если вы позволите. За рощей туман сгущался, все чаще дождь моросил. Я с молодостью прощался, прощения у них просил. Еще говорил погоду, пора отвечала в путь. Ой, я
тебя не забуду, вот ты меня не забудь, о, я тебя не забуду. Я прошу прощения, после всей темы я вроде выключил, да? Сейчас я выключу снова. Да, это нехорошо. Я прошу прощения. Я надеюсь, что вы... Все выключатся, да. Зарвыще туман сгущался, все чаще дождь моросил. Я с молодостью прощался, прощения у ней просил. Еще говорил побуду, пора отвечала в путь. О, я тебя не забуду, вот ты меня не забудь. О, я тебя не забуду, вот ты меня не забудь. 12 часов пробило, темно за окном черно. Когда это, милый, было? Вчера, говорю, давно. Еще говорил побуду, пора отвечала в путь. О, я тебя не забуду, а ты меня не забудь. О, я тебя не забуду, о, ты меня не забудь. Луна в облаках бродила, шуршала в ногах дрова. Ах, молодость, ты правдива, ах, молодость, ты права. И что-то, и снова тщетно взывая к чуду, и что-то сжимает грудь. О, я тебя не забуду, а ты меня не забудь. О, я тебя не забуду, вот ты меня не забудь. Это песня на слова Левитанского. Вот следующая будет песня нашего общего друга Гарри Лайта. Вот. Спасибо, да, нормально. Мартини, бокалы на подоконнике. Жаждешь листающую стену в соннике, ищешь ответ на вчерашний вечный вопрос. Утро Париж, Шардегуль, одиночество, вас и затрочество, или пророчество, то, о котором сегодня не вспомнить без слез. Утро Париж, Шардегуль, одиночество, вальс и затрочество, или пророчество, то, о котором сегодня не вспомнить без слез. Странная вера в приметы осенние, нежность которой ничуть опасения в том, что шасси не откроется в лютый мороз. Ты не наивна и не опрометчиво отменена. Забастовка диспетчера, бег от тебя завершен траекторией звезд. Ты не наивна и не опрометчиво отменена. Забастовка диспетчера, бег от себя завершен траекторией звезд. Необратимый процесс возвращения, соники вальс, перспективы общения, грустный сюжет, не сценарий для фабрики грез. Утро Париж, Шардегуль, одиночество, вальс и затрочество, или пророчество, то, о котором сегодня не вспомнит без слез. Утро Париж, Шардегуль, одиночество, вальс и затрочество, или пророчество, то, о котором сегодня не вспомнит без слез. Спасибо. Ну вот, как ни странно, в общем-то, тут будут перемежаться и очень известные имена, и малоизвестные. Но в этой библиотеке это известный человек, это Зоечка Полевая. Она была членом клуба «Экс Либрис», и сейчас она организовала вот в штате Нью-Джерси, в штатах клуб «Экс Либрис». Вот уже
течение 10 лет. И она очень интересный поэт. И у меня есть несколько песен и ее стихи. Вот это одна из них. «Вечерний вальс». Небо закатное, насквозь прогретое, черная птица, летящая стаи. Утром напрасным случилось это, к вечеру все наверстаю. Видно, пирог, разрезая на части, поздние праздники дарит природа. Здравствуй, осознанность именем счастья и непричастность с названием свобода. Здравствуй, осознанность именем счастья и непричастность с названием свобода. За осторожность и за неизбежность, как не любить этот свет уходящий? Здравствуй, привязанность с именем нежность и расточительность жить настоящим. Здравствуй, привязанность с именем нежность и расточительность жить настоящим. Видно, пирог, разрезая на части, поздние праздники дарит природа. Здравствуй, осознанность с именем счастья и непричастность с названием свобода. Здравствуй, осознанность с именем счастья и непричастность с названием свобода. Ну и вот так плавно от этой песни про любовь. Я даже не знаю, как они сложились тут по порядку, но вот так сложились. Это песня на слова Бахыта Кинджаева. Я ее называю «Речка печали». До горизонта поля полыни, до горизонта поля полыни, а за полынью поля сирени, а за сиренью поля беглеца. До самой смерти попытка жизни, до самой смерти возможность жизни, до самой жизни возможность смерти, и так без конца, без конца. Я сам не знаю, чего мы ищем, паря меж городом и кладбищем. Чего мы ищем, о чем мы помним, когда глядим в небосвод ночной. В полях пшеницы, в полях сирени убегает в прошлое наши тени. Усказает прошлое наши тени, надеждой мучаясь и виной. До горизонта вместе с грозою синие ночи, долгие зори, вплоть до подземного дома грома, до расставания и дальше врозь, дальше на выбор, свист соловьиный, оклик совины, явка с повинной, в полях не сжатых дорога к дому, покуда сердце не сорвалось. А с двух сторон пригорка, снежная на землю легла скатерка, где шелестили поля, полыни, полыня протяжная, глубока заснежено сердце, а в небе ночами не замерзает речка печали, не замерзает речка печали, не замерзает эта река. Заснежено сердце, а в небе ночами не замерзает речка печали, не замерзает речка печали, не замерзает эта река. Спасибо. Спасибо. Ну и, естественно, по этой же теме, практически моя первая песня на прекрасного автора, который вот сейчас сидит. Опа! Как раз сидит тут напротив, скромно. Хотя он тоже знаменитый, но тут он сидит скромно. Это Григорий Фалькович. Когда-то он мне прислал это стихотворение, оно меня очень поразило. И практически это была моя первая какая-то такая самостоятельная. Называется «Не менее, чем жизнь». Слова Григория Фальковича. Наверное, всегда, тем паче знойным летом, тверда нами крепка, увы, земная твердь, не более, чем жизнь, дается нам с рассветом, а на закате ждет
не менее, чем смерть, не более, чем жизнь, дается нам с рассветом, а на закате ждет, не менее, чем смерть. Возможно, мы уже бродили не однажды по кромке синевы и выжженной травы, но так еще душа не мучилась от жажды на этом рубеже безмолвия и молвы. Но так еще душа не мучилась от жажды на этом рубеже безмолвия и молвы. Почти что прожит же день, вечерняя усталость уже берет свое и не отступит впредь. Но то, что нам еще тут на земле осталось, не менее, чем жизнь, не более, чем смерть. Но то, что нам еще тут на земле осталось, не менее, чем жизнь, не более, чем смерть. Спасибо. Ну и вот тот такой киевский автор, с которым мне удалось когда-то познакомиться. Он мне подарил свой сборник стихов. Это Юрий Каплан, к сожалению, его уже нет. У меня есть такое стихотворение «Февральская сирень». Бессрочная зима, гудят, кому не лень, смурной пенсионер смычком по струнам водит, и вдруг к исходу дня февральская сирень в похожем на вокзал подземном переходе, и вдруг к исходу дня февральская сирень в похожем на вокзал подземном переходе, на взлетной полосе туши рванувшей вверх бетонного столба обледенелый комель, но соблазнят февраль лиловый фейерверк, восторженный мираж, неуловимый промельк. И вот сквозь пьяный гул плывет в моей руке, отбрасывая блик на грязные опилки, февральская сирень в серебряном кульке, бессмертная форель над стосом ржавой кильки, февральская сирень в серебряном кульке, бессмертная форель над стосом ржавой кильки. И пусть меня трясет заплеванный трамвай, пусть даже белый снег ложится серым пеплом, февральская сирень, нетерпеливый май, что батька Поперет прорвался в наше пекло, февральская сирень, нетерпеливый май, что батька Поперет прорвался в наше пекло, не дай мне расплескать божественный нектар, внезапный, как пожар. Итог стихотворения, я так тебя люблю, прими мой дерзкий дар. Всего один глоток немыслимой сирени, я так тебя люблю, прими мой дерзкий дар. Всего один глоток немыслимой сирени. Мы плавно снова вернемся к Григорию Фальковичу. Когда-то он написал, посвятил своей дочери это стихотворение. Получилась такая песня.
когда судьбу перебирая. Извините. Когда судьбу перебирая, запнешься ты в преддверии рая. Не сомневайся, вспомни это. Прочти октябрь полдня не весь. Русановской воды света равноотмеренная смесь. Русановской воды и света равноотмеренная смесь, принадлежащая друг другу. Тропинки липы и дубы, и мы с тобой идем по кругу канала времени судьбы. Канала времени судьбы. До срока падает листва, меняя смыслы и слова, и чередуя ощущения вины, раскаяния, прощения. Вины, раскаяния, прощения. Из-под мостов на фоне арок осенний день прекрасно ярок. Тот мир, та красота. Твой талисман, тебе подарок. Твой пропуск в райские врата. Твой пропуск в райские врата. Это тоже из раннего Бахета Кинджирева. Время действия. Осень. Москва. Дайте я чуть-чуть. Вот так. Так будет научить. Время действия. Осень. Москва. Незапамятная синева. Так и плещется. Льется бледнее. Место действия. Родина где? Жизнь кругами бежит по воде, и приплыть никуда не умеет. Место действия — родина где? Жизнь кругами бежит по воде, и приплыть никуда не умеет. Содержание действия ты покупаешь в киоске цветы, хризантемы, а может быть астры. Я не вижу, мне трудно дышать, и погода России подстать. Холодна, холодна и прекрасна. Я не вижу, мне трудно дышать, и погода России подстать. Холодна, холодна и прекрасна. Троллейбуса, злиться, спешить, словом быть, сокрушаться, любить. Все, что нужно для драмы, в которой слезы катятся градом с лица, словно в горестном фильме конца нашей юности сладкого вздора. Слезы катятся градом с лица, словно в горестном фильме конца нашей юности сладкого вздора. О свободе арбатские львы, дымный запах опавшей листвы, стертой лестницы камень подвальный. И цветы на кухонном столе, наша жизнь в ненадежном тепле, хороша, хороша и печальна.
и цветы на кухонном столе. Наша жизнь в ненадежном тепле хороша, хороша и печальна. Если можешь, не нужно тоски, оборви на цветах лепестки, наклонись к этой тверди поближе. Там вдогонку ночному лучу никогда я тебе прошепчу, никогда я тебя не увижу. Там вдогонку ночному лучу никогда я тебе прошепчу, никогда я тебя не увижу. Спасибо. Следующим, вот еще, когда Мариночка отмечала, у меня была одна песня на стихи Иосифа Бродского. Сейчас появилась вторая, но не знаю, это будет сверх программы. Но вот это Иосиф Бродский. На прения самим с собою ночь. Убив, глотаешь дым, уже не прочь в набрякшую гортань рукой залезть, по пуговицам грань готов провесть. Чиня себе провешь душе уму, порою изведешь такую тьму, слов, что ломит грудь, что в зеркало готов подчас взглянуть. Но это только ты и жизнь твоя уложена в черты лица края, которого тверды в беде, в труде и, видимо, чужды любой среде. Но это только ты, твое лицо для спорящей четы само кольцо. Не зеркало вина, что скривлен рот, ты лотова жена и сам же лот. Но это только ты, а вот твой ад. Смотри без суеты вперед-назад. Без ужаса смотри, будь прям и горд, раздроблен изнутри, на ощупь тверд. Возвращаемся к любезному моему сердцу другу Григорию Фальковичу. Михоэлс. Безумный старый лир, зачем тебе рассудок? Останься под прикрытием щита. Я должен разгадать секрет забавных шуток моей судьбы и моего шута. Безумный старый лир, зачем тебе рассудок? Ты кровь свою плоть навеки проклял сам. Даруя нам детей, Господь дает нам суду, я должен заплатить по векселям. Безумный старый лир, зачем тебе рассудок? Когда безумен мир, когда кругом зверье, отравленным питьем наполнена посуда, людей предупредить призванием мое. Безумный старый лир, зачем тебе рассудок? Слепому безопасней жить во тьме. Зачем ты хочешь знать, какое время суток? Затем, чтобы мирить в своем уме. Затем, чтобы мирить в своем уме. Затем,
чтобы умереть в своем уме. Спасибо. Я думал, что уже пора уходить. Что вы так заснули? Никто не заснул, никто нет. Пока все живы. Ну, спасибо, ребята. В Нью-Йорке, кроме таких первого сорта, первого. Вообще поэтому нет первого или второго, но так сейчас вроде там Тинджеев сейчас очень такой популярный. Но там есть не менее популярный такой Андрей Гринсман, он издает журнал «Интерпоэзия», сам по профессии врач. Когда-то мне попалось его стихотворение. Более того, ему понравилась моя песня, что редко бывает. Называется «Январь в Нью-Йорке». Лариса, это близко. Ветер стих, зайди за угол, передохни. Отпускает в груди, вверху загорается уголь. Боль стихает, все одно, куда ни гляди. На закате луга, Бостон-Бар, Анн-Арбор-Калуга. Размажи мою мысль, мою речь, эту грусть. Волокна частицы, пусти в этот город, как влажность. В общем шуме не слышно, кого назовут. Да теперь и не важно. Лучше бы помолчать, когда нету и слов. Слушать тающий шепот, угасание пепла. Когда смотришь подолгу, свобода подъемлет весло, и Манхэттен плывет в пионерское лето. Дым ложится в затихший окопный гудзон и ползет, как безвкусный озон, безопасная зона. Все в прострелах мосты под ничейной луной, и дичает ландшафт без тени на пол горизонта. Ветер стих, зайди за угол, закури, стряхни пепел, войди, закажи капучино. Жизнь безжизненна, возвращается на круги, остается печаль, как и смерть, беспричинно. Ну вот, вслед за январем в Нью-Йорке последует январь в Чикаго, автор Гарри Клайд. Снег, причуды января, предела города, озера и прерий. Здесь можно, ничего не говоря, быть убежденным в ворохе неверий. Здесь можно быть и вон, здесь можно быть и вон, не закурив, и получив от ветра на орехи, уставившись на дышащий залив, внять истине предчувствия успехи. Здесь женщины полгода в сапогах, как будто рядом есть дыхание фронта. И в облегающих манящих свитерах, со взглядом говорящим «I don't want you»,
здесь и север относительно Гольфстрим, и как бы запад взглядом из Нью-Йорка, восток для Силиконовой долины, и юг для монреальцев с оговоркой. Такому городу присуще ремесло, не риф размеров слов и многоточий, но нас сюда зачем-то занесло, хотя побег давно и напророчен. Да, Сережи нет, Леди нет, но что делать? Снова возвращаемся к Гаре Фальковичу. Это будет такая украинско-еврейская тематика. Там есть слова, которые, я не знаю, или нужно переводить, но там есть на идише «фейгалы, кецелы, тайры и зиселы». Это пташечка, кошенятка, дорогенька, солодинка. Для тех, кто не понимает. Тут все понимают. Самой не снять и промокшего платьица до темной тени
лес твой колышется, да влажные сени, да трудно дышится, да плотно заперты, ставни оконные качает ветер, деревья сонные, и дождь моросит, и фонарь сутулится, и нет никого на промокшей улице, и пеших нет, и умчались конные, и пеших нет, и умчались конные, и пеших нет. Так, ну чуть-чуть, тут меня всегда упрекают, что у меня такая очень серьезная, это особенно моя заловка. Она всегда хочет, чтобы я чуть-чуть расслабил публику. Я не знаю, ли я вас этим расслаблю, но это стихи, на стихи такой московской поэтессы Инны Габыш. Кто варенье в июле, тот жить собирается с мужем. Уж тут не намерен, конечно, с любовником тайно бежать. Иначе зачем тратить сахар? И так ведь с любовником сладко. К тому же дому его тесно, и негде варенье держать. Кто варит варенье в июле, тот жить собирается долго. Во всяком уж случае зиму намерен перезимовать. Иначе зачем ему это? И ведь не чувство же долго. Он гробит короткое лето на то, чтобы пенки снимать. Он гробит короткое лето на то, чтобы пенки снимать. Кто варит варенье в июле, в чаду на расплавленной кухне, уж то не уедет на запад и в Штаты не купит билет, тот будет по мертвым сугробам ползти на смородины запах. Кто варит варенье в России, тот знает, что выхода нет. Кто варит варенье в России, тот знает, что выхода нет. Москвы. У меня такая есть давняя песня на слова Нома Коржанова. Я должен отметить, что эту песню, это стихотворение он написал в 1952 году. Что же, здравствуй, Москва, отошли и мечты, и гадания. Вот кругом ты шумишь, вот смеркаешь светла и нова. Блеском станций метро, высотой воздвигаемых зданий. Блеск и высь подменить ты пытаешься тщетно, Москва. Ты теперь деловито, всему ты измерила цену. Плюнут в душу твою и прольют безнаказанно кровь. Сложной вязи теорий свою прикрывая измену, ты продашь все спокойно, и совесть, и жизнь, и любовь. Сложной вязи теорий свою прикрывая измену, ты продашь все спокойно, и совесть, и жизнь, и любовь. Чтоб никто не тревожил приятный покой прозябания, прозябание Москвы, освещенный снабжением обман. Так живешь ты, Москва, лжешь, клянешься, насилуешь память. И флиртуя с историей, с будущим крутишь роман. Так живешь ты, Москва, лжешь, клянешься, насилуешь память. И флиртуя с историей, с будущим крутишь роман. Не сильно устали, я думаю, мы завершим первое отделение. Мы завершим первое отделение песней на слова
Гарри Лайта. Я ее называю Ардека. Вот она так везде проходит. Мы из прошлого века, Балкарский канувший век. Там такое творилось при полном крушении истин. Но в районах Ардека всегда жил чудак-человек. Ему светлое снилось, он кофе варил и записывал мысли Москвы и Варшавы, Харбина, еще не советской Литвы. Он исхаживал сумерки, веря, что все обойдется. Но уже запускались турбины, уже обращение на «вы». Как ношение туники было не то, чем живется. Приходила она в аромате французском и ставила чай. В тонких пальцах ее танцевали мундштук с сигаретой. Ее талии узкой под музыку он невзначай так несмело касался в последнее мирное лето. Она утром очень смущался, она у окна не одевшись стояла и кольца вершила из дыма. Там никто не прощался, за месяц исчезла страна. Их обоих не стало, но он встретил вечность любимым. Мы второй половины, иные совсем существа, но с клеймом двух ежей так в истории век обозначен. Мы застали бобины, в них Гамлет озвучил слова, и они до сегодняшних дней из компьютерных недр облегчают задачу. Увезенные в Штаты и те, кто остались взрослеть на Арбате в Батьяме и Лаврой хранимом Печерске, одинаковые даты, ни там их, ни здесь не стереть. Есть Ардека экзамен, порой он сдается по-чески. И читая новеллу, в которой негласно о том, как он кофе варил, как записывал сны, где живут ее тело и голос. Мы из прошлого века, как нам его почерк знаком, в гуще взгляд его стыл, а она со спины, как была без одежды, ушедшая в Хронос. Мы в прошлом-то веке так рьяно бросали курить, но дойдя до того, как она у окна, спичек не нужно, пульс пробился навеки, сквозь пальцы не сканула нить. Ее нет в интернете и в снах, где понятие почерка чуждо. Мы из прошлого века и те, кто родятся у нас, эти строки читая с улыбкой, тая снисхождение, оказавшись однажды в районе Ардека. Измерив фасады на глаз, станут внутренние зыбки, не в силах постичь наваждение. Ну, давайте прервемся минут на 10, да? Конечно, Дмитрий, чуть-чуть да. На 40 раз. Давайте чуть-чуть это, потому что я боюсь, что иначе...